Добрый день, уважаемые зрители. На 26 марта у нас зарегистрировано 25 новых случаев. Из них 15 зарегистрировано в городе Якутске и 8 районах нашей республики, от 1 до 3 в Чурбчинском районе. В целом, надо сказать, что за весь период у нас переболело 33 426 пациентов. Из них 96,7% уже выздоровели, остальные находятся на лечении, большей частью на амбулаторном. Тем не менее, ситуация остается напряженной. Необходимо соблюдать все меры противоэпидемических мероприятий. Мы продолжаем свою работу по тестированию. За последние сутки сделано 1528 тестов. Вообще за весь период сделано уже свыше 1 300 000 тестирований всего по нашей республике. Самая большая задача сегодня для нас – это вакцинация. Буквально 22 числа пришло 1500 доз вакцин, которые были распределены по территории нашей республики. И вчера поступило еще 3600 вакцин. Всего за весь период провакцинировано 56 тысяч человек, получивших первую дозу. Завершили вакцинацию 49 тысяч человек. Надо отметить, что никаких побочных эффектов на сегодняшний день не зарегистрировано. Те дозы, которые пришли на сегодняшний день, они предназначены в приоритетном порядке для лиц 60+, поэтому мы активно призываем именно этот возраст приходить на вакцинацию, записываться через госуслуги, либо через телефоны поликлиник. При этом мы заканчиваем приоритизации вакцинацию работников социальной сферы, которые находятся в круглосуточных стационарах, и, естественно, прочий контингент, который сегодня записан на вакцинацию. Надо отметить, что в нашей республике вакцинация проходит очень активно. Мы израсходовали 99% от имеющейся, вот с учетом новой даже вакцины, и записано уже на вакцинацию свыше 60 тысяч человек. А на сегодняшний день мы ожидаем поставки еженедельные, как нам обещает Министерство здравоохранения Российской Федерации, поэтому надеемся, что вакцинация у нас пойдет в плановом режиме, поэтому еще раз призываем всех граждан обращаться на государственные услуги, записываться в лист ожидания, их обязательно пригласят на вакцинацию. И также хотим сказать, что сегодня необходимо все-таки, потеплела весна, мы видим большее количество народу на улицах, в различных общественных местах, все-таки просим соблюдать все меры предосторожности. Спасибо большое.